Делаем все. Привет, друзья! Туркесы из России едут по Венгрии. И звенят колокольчик, чтобы никого не задавить. Вот. Вот, мы тут крутим педали и еще впереди два мальчика крутят педали. А вокруг действительно прелесть, очень классно. Это венгерский парк. Это где мы находимся, уточните? На острове. Остров Маргариты. На острове Маргариты мы находимся. Вот недавно только что мы приплыли сюда на теплоходе. А на теплоходе музыка играет. Ой, как хорошо нам! Ай, как хорошо! Я кручу. Этим тяжело. Ничего, пускачают. Сейчас нагрузка чувствуется, Лариса. Да, вот сейчас чувствуется, что с нас есть какой-то толк. Вот здесь ездят на велосипедах, различных машинах, смешных таких больших трехколесных машинах, как детские. Здесь, кроме того, только большие бегают. Взрослые. Здесь бегают. Можно нам тут ехать? Да, поехали. Вот, самое главное, чтобы мы никого не задавили, а то скажут, что вот ополченцы с России приехали, тут уже давят Венгрию. А мы Венгрию любим. Нам тут хорошо, мы сюда еще хотим приехать. Привет большой, скажу шахта. Пусть собираются, смотрят за границу. Тут есть что посмотреть. Да, друзья, тут очень классно. Нам Будапешт вообще просто супер понравился. Ссылочка под этим видео. Регистрируйтесь и путешествуйте с нами, прекращай, как мы, и лучше нас. Я получаю удовольствие, на самом деле. Я кайфую, потому что я от избытка сердца, говорят, уста. Я делюсь хорошим.